Здравствуйте, наши дорогие друзья и подписчики. Продолжаем наши уроки по судоку. И сегодня мы будем заниматься решением судоку размером 6 на 6. Подожди. 6 на 6. И у нас будет 6 секций, в каждой по 6 цифр. И каждая цифра разным цветом. Так, ну давай попробуем об этом. Где что мы найдем? Здесь 6 будет. 6? Нет. Здесь. Нет. Здесь. Нет. Не, вот здесь, в принципе, можно догадаться, да? Так, нет. Какой здесь не хватает? 6. 6 не хватает. Подожди, 6 какого цвета? Фиолетового, да, правильно. Давай, правильно. Здесь 6 можно. Вот здесь 6, да? Так, правильно. Угу. Дальше какой можно угадывать? Здесь. Угу. Нет, тут 5. 5, правильно. 5 какого цвета? Черного. Правильно, давай. 5 черного. Так, давай. Дальше. 1 будет вот здесь. Какой будет? Вот здесь 1. 1? Да, правильно. Там 1. Так, молодец. Дальше. Здесь 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, правильно, здесь 4. Правильно. Как ты угадываешь? Так, молодец. Дальше. Здесь. Так, можно ты. Последний какой не хватает? Здесь 6. 6, правильно. Каким цветом? Фиолетовый. Фиолетовый, правильно. Так, однозначно. Так, дальше. Здесь будет 6. Нет. Угу. 3. 3 не хватает, правильно. Я стараюсь уже не помогать, а Бай сам уже решает. Так. Молодец. 3. Дальше. Здесь будет. Угу. Последний какой не хватает? Видишь, тут еще зеленая секция. Какой не хватает? 4. Нет. 3. 3. 3 не хватает. О, как раз. С голубым цветом 3. Так. Вот у нас Аблай сам соображает. Я уже почти не помогаю ему. Так, дальше. Вот здесь. Так, там последняя цифра не хватает. 2. 2. Правильно. 2 зеленые. 2 зеленые. В принципе. Угу. Так, молодец. Здесь будет. Так. 6. 6. 6 фиолетовых. Так, в принципе, можно догадаться либо по строкам, либо столбцам, либо по секциям, которые я начертил разных цветов. Здесь будет 6. 6, правильно. 1, 2, 3, 4. 5 и 6 не хватает. Так. Здесь у нас. И здесь будет. Так. 3. 3. 1, 2. 3 не хватает. 4, 5, 6. 3. Правильно. Так.
Только в другую сторону получилось, ничего. Так, дальше. Где еще можно угадать? Здесь и здесь. Так, давай. Здесь будет. Так, тут он уже по секциям старается угадать. Здесь будет один. Внимательно посмотри. Вот видишь все секции? Четыре. Четыре, о. Чуть-чуть помог ему. Ничего. Дальше. Молодец. Здесь будет... Угу. Один. Вот так посмотри внимательно. Он посмотрел вот так, одной не хватает. А вот так посмотри. Здесь. Угу. И здесь. Да. И здесь нет. Так, здесь чего не хватает? На черную посмотри секцию. На два. Два, правильно. Два какого цвета? Зеленый. Зеленый. Так. Так. Теперь здесь тогда чего не хватает? Здесь не хватает. Нет. Угу. Здесь будет. Так. Какой не хватает? Пять. Правильно. Какого цвета? Черного. Черного. Так. Ориентир тоже цвет. Так. Пять в другую сторону получилось. Ничего. Пойдет так. Теперь чуть-чуть осталось. Где у нас еще свободное место? Здесь. Так, здесь какое у нас будет? Здесь. Угу. Один. Один. Какого цвета? Один какого цвета? Розовый. Так, и там? Тоже один. Давай, тоже один. Угу. Что-то у него. Угу. Так. Вот такую большую головоломку. 6×6. В принципе, мы смогли угадать. И тут ориентиром является как недостающие цифры по секциям, так по столбцам и по строкам. Так что давайте подписывайтесь на наш канал, и мы будем разгадывать еще более сложные судоку.